сейчас будет сюрприз. Сейчас. И раз. Нет, пожалуйста. О, да. Нет, о, да. Нет. Все кончено. У дома лучшие команды. Мы платим копам. Ты никогда не попадешь в гонку. Уйди, пока не поздно. Ты боишься? Столько денег, власти, а ты боишься, что не сможешь меня остановить? Я закончу эту войну, Морган. Ты меня понял? Любой ценой. Увидимся на старте. Эй, Раф! Вечеринка окончена. Время планировать следующий шаг. Приезжай на аэродром, когда сможешь. Замечательно. Я скоро буду. Джесс узнала, что на двух машинах коллекционера могут быть блокираторы. Надо решить, какую гонять. Они обе позолоченные монстры. Первая тачка — Mercedes G63. Ее перевезли в казино в даунтауне для Дня Фортуны Вэлли. Достать будет непросто. А вторая цель? Вторую машину коллекционер завтра увозит в Японию. Она будет на стенде у VIP-терминала Рифта. Он там охрана наставит, туши свет. Ну, так какую будем брать? Мы хотим разозлить коллекционера, так? Предлагаю брать обе. Ладно, Марк. Давай попробуем. Вот-вот начнутся фейерверки на День Фортуны Вэлли. Нельзя их пропускать. Они отвлекут врагов. Напомните, а почему эта атака Мака идет так? Ты же хотел вести Мерседес, да? А тут либо он, либо... Да-да, я знаю. Просто... Сталин! Если повредишь мою малышку, клянусь! Твою малышку? Да я видел, как ты на ней ради веселья старые кузовы таранил. Это другое! Раф, с системой безопасности все будет в порядке, так? Да. Я перепрограммировал код блока управления Кёнигсека в разблокирующий транслятор. Работает с любой машиной совместимой модификацией. Залил вам в телефон. А по-человечески? Приложение написал. Джесс, фейерверки начались. Уже? Мак, ты сказал, будет много времени. В последний раз ты дело планируешь. Пробки не предусмотрены, Джесс. Жми давай. Это все. Машина на позиции. Джесс, давай! Держись за что-нибудь. Я тебя вытащу, девочка! Твоя магия сработала, Раф! Забирай его! Тачка у меня! Она просто огонь! Раф, ты там готовься! Я готов, поторопись! Эта штука привлечет много внимания! Я Адам 35, мы получили сообщение об уклоне у казино Карнивейл. Я пытаюсь добраться туда, но там пробки из-за праздника. Хороша чертовка! Лучше, чем Регена, это точно! Я соскребу все золото и покрою им атаку Мака! Только не в моем гараже. У меня приличные двери. Мак, я с Джесс. Мы сейчас едем к VIP-терминалу Рифта. Ребят, что-то тут не так. Насколько не так? Настолько, что тут что-то пикает под машиной! Видимо, коллекционер поставил трекер. Я попробую стряхнуть. Не получилось. Держится. Мак, давай без глупостей. Поезжай ко мне, я его сниму. У меня есть. Еще помогу. Черт, не вышло. Мак, мы по твоему графику идем, ты помнишь? Сейчас, сейчас. Последняя попытка. Черт!
Я уж думал, что почти. Тащи сюда свою задницу, разберемся. Раф, я прям лечу. Команда Моргана заглотила наших. Отлично. Разберись. Мы ставим у второй машины. Привет, красотка. Вторая машина у меня. И половина копов всего города на хвосте. Ты знаешь, что делать. Объезжай город, уходи на юг. Я Адам. Я загрузил Мерседес в трейлер. Раф сейчас проверяет трекер. Это не трекер, Макс. Это бомба. Бомба? Ну... Я же говорил, без глупостей. Черт возьми! Раф, у меня тоже пикать начала. Что делать? Подъезжай сюда, я разберусь. Встретимся там, ребята, как только от копов уйду. Я надеюсь, пару ухабов она выдержит. Господи, безумие! Оффроуд на Ламборгини. Я знаю ребят, которые бы о таком с ума сошли. Да чтобы они понимали. Господи боже, сколько заграждений поставили? Не волнуйся, брат, я с ним скоро разберусь. Мак! Вот увидишь! Мак! Атака Мака 2! Мак наносит ответный удар! Фига себе! Спасибо! Дай здесь! Мак, вывози нас из города. Мы с Тайлером обезвредим бомбы. Говори, Адам 1-13. С утра голова болеть будет. Джефф, ты где? Ставлю помехи. Раф, ты точно сможешь обезвредить бомбы? Ребят, не мешайте Рафу. Так, Тайлер, на счет три ты режешь синий провод. Синий провод. Хорошо. Ты насколько уверен? Мак, мы тут бомбу пытаемся обезвредить. А может, желтый нужен? Да. И, Макс, старайся ровно машину держать, ладно? Я делаю, что могу. Принято. На север, через Биллион. Нормально, я выбрал время, чтобы снова делом заняться. Диспетчер, объект обошел заслоны. Ясно. Прости, брат. Вот и расплатись, как раз. Позбивай там копы. С удовольствием. А вы валите из города. И если не разберетесь с бомбами, бросайте дальше. Мы справимся, Джексон. Говорит Линкольн 30, преследуем... Меня не жди. Линкольн 1-30, прошу... Короче, есть хорошие новости, плохая. А насколько плохая? Я не могу обезвредить. Парни, бросайте дальше. О, я могу их снять. А ты уверен? Хотя... Не отвечай. Линкольн на 1-30, что? Эй, Мак! Сейчас будет легкий!
легкий попутный ветер. Ой-ой. Мак, с бомбами разобрались. Ну что, Раф, как там блокираторы? В Гелендвагене? Да, там был блокиратор. В Ламборгини было кое-что другое. Система автовождения. Типа искусственного интеллекта, или вроде того. Причем интегрирована в систему Кёнигсек. Я такого не видел со времен армейской лаборатории. А что с блокиратором? С ним разобраться можешь? Тут хорошие новости. Я смогу наладить защиту. Отлично. Надеюсь, мы как раз успеем на гонку. Джесс, Раф же шутит насчет машин-роботов.